Кемерове в частном секторе полицейские нашли героин под крышей. Правда, хозяева дома даже не подозревали, что над их головами наркотик. Или притворялись, что не знали. Цыганское семейство стражи порядка давно подозревали в торговле белым порошком и решили узнать правду. Устроили проверочную закупку. Девушка-бегунок, которая за дозу выступает посредником между драг-дилером и клиентами, рассказала, чем промышляет работодатель. Наркоторговец уверял, что впервые видит и девушку, и героин, которые полицейские нашли под кровлей его дома. Его память восстановилась сразу, когда стражи порядка обнаружили в доме меченые купюры. Сейчас драг-дилеру грозит наказание за незаконное хранение и продажу белого порошка.